Здесь, конечно, задача в первую очередь не сколько нашему выпускнику там, магистратуры, сколько задача, с моей точки зрения, кафедрами, научным школам и тем же заказчикам, которые должны продемонстрировать, заинтересовать молодого человека заниматься наукой, показать возможности достаточно творческой работы, исследовательской работы, ну и тем самым, не исключено, определенные прагматические позиции должны быть включены. Это и условия работы, и материальные обеспечение и социальное обеспечение. Здесь не исключается и возможность не просто, скажем, там зарплаты, да, но это и, так скажем, условия жилья, предоставление жилья для молодежи. И порой это важнее, чем чисто материальная составляющая. То есть здесь должен быть системный подход с пониманием того, что инновационное развитие нашей страны, оно должно быть определенным трендом. Это наш выход ее развития и стабильности.